праздника. Отлично. Приветствую. Доброе утро. Доброе утро. Так, пнитесь до кончиков пальцев ног руками. Направо становитесь. Чем постепеннее начнем, тем будет больше эффект. Как спросить, скучал он по мне или нет? Миссию, правильно. Ты по мне скучал? Ты скучал по мне? Я митю. Where is the... One moment, please. One moment. Я ее заберу, потом. Мурат спросил, он скучал по мне? Мурат. Oui, там окей. Oui, un peu, там. Время от времени вспоминал тебя, немножко скучал по тебе. Скажи, по бане скучал, когда... И la bain russe. Ce qu'on fait le sauna, à la base. Est-ce que ça t'a manqué aussi? C'est malade pour le sauna. Ты вообще это, немножко на этом повернутый, да? Фанат сауны. Ça m'a manqué. Même si faisait chaud à Conakry, ça va. Ça t'a manqué? Там хоть и жарко было в Конакри, все равно ему это не хватало. Сауна натурель, лаба. Скажи, ну ничего, завтрашнего дня начнем. А partir de demain, on va faire ensemble. Давай, будешь по. Да, так что ничего не меняется, так же остались. Что там надо? Для дат уже бьют. Проскочил. Праздники. Здорово, Сэш, еще. Он просто очень красивый. Скажу честно, что очень соскучился, потому что этот отпуск длинный получился, самый длинный за последнее время, которые были зимние. Поэтому уже последние деньки прям хотелось уже на поле тренироваться. Побыстрее жду, когда мы приедем на сборы, уже выйдем на поле и поработаем с мячом. Ну и с каким настроением подходишь? Ну, с настроением боевым, серьезный настрой, чтобы победить, много игр, набрать как можно больше очков, потому что нам это сейчас надо, по-другому быть не может. Посмотрю, вся команда в таком боевом духе приехала, и поэтому, я думаю, все должно быть хорошо. Hi. Yo. How are you? I'm good. Happy to be back. Now we're gonna do some tests, so you have to be ready. Замечательно. Так, сидим, ждем, значит. Perfect. Поменяемся. 105, нижняя 70, нормально. Раздевайтесь за пояса, снимайте футболку. Рад пополнению нашему в лице Пеняева и Глушенкова. Я знаком с ребятами, играл с ними в нескольких командах. В сборной с Максимом играл, с Пеняем в Самаре играл. Очень рад, надеюсь, что они нам помогут решить задачу. Ты только что проходил ОМО, как оно все? Ну, жив-здоров, можно в космос завтра вылетать. Как добиваешься таких высоких результатов? Доктора говорят, что вот не просто в космос, а вот идеальная форма. Вот как ты этого добиваешься? Ну, стараюсь и форму держать, помимо там сезона, в отпуске стараться поддерживать все равно, чтобы себя не запускать и было легче адаптироваться к нагрузкам на сборах. Лишняя жировая масса есть?
Блин, надеюсь, нет. Сейчас проверим. С кем из ребят ближе всего знакомы из текущего состава? Ну, уже много раз говорил с Димой Бариновым. Он меня, когда еще мой первый заход в «Локомотив» был, он меня в школу тогда водил, потому что мне было тогда лет 9, а он был постарше, меня в школу с базы отводил. А так, ну, с ребятами в сборной, с кем виделись, там, с Антоном Мирончуком у нас тоже было общение раньше, поэтому, ну, с Максимом Кушенковым, естественно, и так, с молодыми ребятами, тоже моими ровесниками, с кем пересекался еще там несколько лет назад в клубной лиге, вот с ними. Так уже со всеми, ну, заочно со всеми был знаком, и сейчас лично с остальными уже, тех, кого раньше не знал. Привет. Привет. Все хорошо у тебя? Отлично, отлично. Спасибо, взаимно. Уже все, закончилось? Да, уже все. Все-таки поделись еще материалами. Как ты? Нормально. Почему ты это решил так сделать? Зигануть. У меня две прически, либо вот такая, либо вот такая. Да, вот такая. Где ты меня так не умеет свежить? Я тебе дам пару мерзостей. Да? Сколько ты прошел? Много? Мне осталось только бегать, самый нелюбимый. Серьезно? А большая очередь там, да? Да нет, это просто долго. Игорь, сегодня проходит командный медосмотр. Какие-то краткие промежуточные итоги уже, наверное, можно подвести? Да, привет. Значит, команда вышла из отпуска 10 числа. Вся команда получила в отпуск планы индивидуальные. Все ребята выполнили его, и тренером по физподготовке отслеживалось максимально четко выполнение этого плана. Поэтому команда вышла в хорошей физической форме. Все ребята прошли тестирование в полном объеме. Никаких происшествий за время отпуска не произошло. Все здоровы, все ребята с хорошим настроением, мотивированы, настроены на тяжелую продуктивную работу на сборах, поэтому посмотрим, ждем. Ты наверняка задумался о том, сколько времени займет медосмотр, уложился в те рамки, которые закладывал, или, может, даже опередили чуть-чуть? Нет, опередить не удалось. Дело в том, что мы немножко увеличили, расширили формат нашего медосмотра, добавили некоторые нововведения по исследованиям, поэтому чуть-чуть дольше, чем обычно, это заняло времени, но благодаря слаженной работе футболистов, они очень хорошо и четко выполняли рекомендации, удалось выполнить в хорошие временные рамки. Все, домой? Да. Давай. Готовиться к сбору. До завтра. До завтра.